За последние 10 лет в лесах Подмосковья высадили почти 11 миллионов деревьев. Такие результаты стали возможными благодаря активному участию жителей в масштабных акциях по посадке деревьев. Такие мероприятия проходят с 2013 года, каждую весну и осень по поручению губернатора. Порядка 1,5 миллиона человек пришли и посадили свое дерево, внеся свой вклад в озеленение региона. В целом, с 2021 года в России восстанавливают больше лесов, чем вырубают. В Подмосковье с этого времени площадь восстановленных лесов превысила в 2,5 раза площадь вырубленных. За последние годы лесовосстановление провели более чем на 5000 гектаров.